Всем привет, с вами Музей роботов трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель трансформера Soundwave и его помощник Oazerbeak. Данная модель выпущена в Voyager классе, а Oazerbeak в Legend классе. Они идут в одном комплекте. Обе модели соотносятся с японской серией игрушек, называющихся Generation Fall of Cybertron от компании Takarotomy. И его уникальный номер TG-13. Давайте рассмотрим сначала Soundwave. Красивая, большая, интересная, детализированная, с очень приятным подбором цвета. По сути, это увеличенная версия тоже Soundwave, который появлялся еще в серии Generation Битва за Кибертрон в 2010 году и Oazerbeak. Отличие, что у него не было кассетных помощников или дисковых помощников. Ну давайте сначала покажем Oazerbeak. Он чем-то напоминает модели бакуганов. Кто в курсе, кто это, тот поймет. Но на самом деле первые модели автоматически раскладывающихся миниатюрных животных как раз придумала компания Takara еще в 70-х годах. Но они не получили особую популярность и, можно сказать, вернулись в обиход этой компании только спустя достаточно большое количество времени в серии Generation, связанной с войной за Кибертрон или падение Кибертрона. Удивительность ее в том, что это автоматически раскрывающаяся модель. Здесь есть специальная кнопка, и когда мы его складываем, мы, получается, взводим пружины и создаем натяжение, которое с помощью этой кнопки и приводит к трансформации модели. Эта модель может быть встроена в грудь Soundwave. Сюда таких может влезть до 3 экземпляров. Единственная какая-то нестыковка или недочет. Очень тугое пространство и этот вот диск, он по сути застревает внутри. Сейчас мы попробуем это повторить, вставить и извлечь его. Ну, давайте вот так. Вот он внутри. Таких дисков сюда можно вставить 3 штучки. Здесь есть кнопочка, она открывает порт. Сзади получается выдвижной элемент, который очень туго, и есть вероятность, что можно сломать. Вот такая вот особенность. Ну давайте проверим подвижность этой модели. Голова у него очень, голову походу никогда не вращали, поэтому голова, ну, будем считать, немножко двигается. Вот это ее предел. Возможно, она упирается вот здесь, небольшие борта по бокам. А все равно пыль находится периодически. Вижу, у него, скорее всего, есть white piping, поэтому давайте проверим. Да, white piping работает. Если посветить сзади головы, то есть эффект, что у него светятся глаза. Далее, руки могут вращаться. Подниматься. Далее складывать в локте. Ну, по сути, у него еще двигается кисть, так что можно вот таким вот образом руку поставить. Вот, складываем. Руку можно поворачивать. Можно даже еще сильнее поворачивать. То есть очень подвижная рука проработана.
Так, что же касается ног. Нога вперед, нога назад, колено и ноги в стороны. Очень подвижная модель трансформера. Такое бывает не часто, но вот в этой модели удалось реализовать. Давайте начнем трансформацию. Для этого нам надо поправить кисти и завести их вовнутрь. Далее открываем вот так, сдвигаем сюда. Эту часть пока здесь оставляем. И здесь вот одеваем этот элемент, выдвигаем максимум назад. Эту часть выдвигаем сюда и оставляем вот так. Сюда открываем, опускаем ее вниз и присоединяем. Колеса выводим вперед, кабину и голову закрываем. Далее ступни сюда, поворачиваем боковую панель. До щелчка, там есть ограничитель. Затем вот сюда. Теперь ставим руку, заводим ногу, прижимаем, и вот эта часть упирается вот сюда. Повторяем руку, ногу, и ступня упирается в эту часть. Затем нам надо повернуть вот эту сюда и закрыть. Ставим его оружие сверху. Отгибаем вот эту часть сюда. И подводим от кверху. И вот Soundwave. Кибертронский грузовик от компании Takara Tomy. Дизайн от компании Takara Tomy. Скорее всего, и разработка всей модели велась конструкторами компании Takara Tomy. Но существует бренд, в рамках которого последние 38 лет производится трансформер, и бренд принадлежит компании Hasbro и компании Tomy. Но, скажем так, родоначальники, творцы трансформеров являются компанией Takara. Снизу, сверху. Здесь как будто миниатюрное кресло. Эту часть можно, например, еще и опускать, создавая такой вот, как угодно. То есть можно ниже, можно выше, можно вообще прижать. Хорошо, трансформируем. Да, и как автомобиль, он в принципе может кататься. Давайте в обратную сторону. Достаем орудие, открываем этот элемент, открываем ногу, выводим сюда, освобождаем руку, выводим в бок. Ну, это для удобства. Не обязательно прямо так делать, но это чуть-чуть облегчает процесс трансформации, поскольку те или иные элементы перестают мешать в тех или иных местах. Так, ставим ее сюда, сдвигаем, прижимаем, берёмся за эту часть, выводим ее сюда, открываем ногу, поворачиваем элемент, делая колеса вниз, сюда-сюда, открываем, поднимаем кверху, поворачиваем сюда, закрываем панель, опускаем руку, достаем кисть, можно ее сразу так сделать, например,
Теперь опускаем сюда, поднимаем кверху. Здесь вот прижимаем и прижимаем, так вот немножко вроде, прижимаем к спине. Можно не до самого конца доводить, а где-нибудь вот до такого. Бластер можно хранить сзади или сделать, как у всех саундвейвов, на плече. Саундвейв и его помощник Лазербик. На этом, в принципе, обзор этой удивительной модели из истории модели трансформеров можно завершать. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей. Всем до скорых встреч!